в принципе, сделан добротно. Всем привет! Как сегодня вы понимаете, у нас распаковка. Распаковка чехла для телефона Xiaomi Redmi Note 3. Но сам телефон еще не пришел. У меня есть Redmi Note 2. Соответственно, мы можем его померить на этот телефон. Чехол обошелся в районе $900. Подобные кармашки я уже использую давно и очень ими доволен. Что сразу бросается в глаза, это большой плюс. У него нет на рантах. Знаете, такая вот резина есть, резиной обклеивают китайцы, любители. Вот, например, у меня есть вот такого плана, и вот эта резина, она начинает отрываться, как вы видите, да? Соответственно, это немножко бесит, приходится ее обрезать. Ну, что как бы не особо там, конечно, красиво выглядит. Но в целом, как бы чехол потом еще ходит очень долго. Этот чехол с телефоном уже у меня 2 года. Ну, как видите, он, в принципе, вот только вот в этих местах немножко резина отошла. А здесь этой резины нет. Большой плюс. Да, молодцы, прошили. Прям строчка такая вот. Довольно-таки интересная. Строчка и здесь строчка. Но здесь строчки нет. Просто обрезано ровно. Под телефон. Так, ну попробуем. Залезет, не залезет. Телефон залазит. Тяжело, но как его оттуда доставать? Здесь не предусмотрено, что минус у этого чехла. Видите, не предусмотрено, во-первых, сбоку брать. Только вот так придется брать постоянно за экран. Вот так, двумя руками. То есть одной рукой ты не достанешь. Как, например, вот этот чехол. Здесь классно, есть такой язычок. За него дергаешь, телефон выезжает. Соответственно, берешь и юзаешь дальше. Ты, то есть, ну, как бы вот достал из кармана, этими пальцами просто дернул, взял телефон и разговариваешь. Все, ты готов. А здесь, ну, ты так не выдернешь. Приходится вот, вот таким способом брать. Ну, он еще расходится, конечно. Но в целом, мне нравится. Приятно очень. Долго ли он будет ходить, не знаю. Как бы не потрескалось вот это вот покрытие, не знаю, что это, кожа, не кожа. Но в целом, в принципе, сделан добротно, качественно. Ссылка на него под видео, ребят. И я скажу, что вот такого плана вообще чехлы, они очень хорошо защищают телефон от ударов, потому что, ну вот он полностью весь провалился туда, в чехол. И при падении куда-то там, что-то, ему ничего не будет. То есть он в такой, как можно сказать, в подушке, да. Ну вот такой чехол. Качественный, очень такой, выглядит приятно. Ну посмотрим, как придет к Xiaomi Note 3, в него засунем. Он, в принципе, универсальный, видите, он и для второго подошел отлично. Все, всем пока.